что это за режим. Я офигел, тут просто офигенски все сделано, и этот плейс очень крутой. Мы будем выживать здесь на острове, точнее не острове даже, а целый мир, потому что посмотрите, какая здесь здоровая карта, здесь куча всяких континентов, мелких островков, есть вот и заснеженные какие-то равнины, и нормальные степи, есть и горы здоровые, где-то там даже и пустыни. Я прокачался до 6 уровня, так маленечко побегал, и давайте разбираться вместе. Что у нас есть? У нас есть вначале камень. Где он? Вот он, камень. Будем долбить все камнем. А потом дальше будем выживать и крафтить себе что-то более нормальное. Давайте срубим пару деревьев этим камнем. Камнем, наверное, конечно, рубить дерево не очень-то прикольно. Поэтому мы сейчас будем добывать ресурсы и что-то себе крафтить. Давай, дерево, ломайся. Вот, когда мы что-то рубим, у нас закапливается маленечко опыт. Вот, собираем дерево. А, и у меня уже даже... полный рюкзак. У нас есть рюкзак, есть еда, есть здоровье. Кстати, здесь очень все правдоподобно. Я, кстати, сдох буквально минут 20 назад играл. Сдох из-за того, что нажрался сырой рыбы. Оказывается, ее нужно было как-то приготовить. То есть тут не просто нужно раздракать, а еще и еду готовить. Поэтому нужно быть очень осторожным. Так, давайте глянем, что у нас здесь есть. Вот, нажимаем C, мы здесь можем крафтить. Давайте скрафтим сначала... костерок, где у нас будет, вот здесь. О, кстати, пшеница появилась, нужно собрать пшеницу. Пшеница — это хорошо, будем ее ждракать. У нас что с едой, пока еще более-менее нормально. Так, мы можем подкинуть сюда дровишек. Давайте подкинем дровишек, чтобы... не надо ее ломать. Ломать мы ее не будем. Ага, что мы можем еще? Ice craft. Льда у нас нету, мы не можем скрафтить. Мы можем... О, кстати, это что-то, по-моему... Так, вот эту штуку скрафтим. А, у нас не хватает листьев. Кстати, смотрите, у меня получается есть броня. Броня из... кого? Из листьев. Короче, лиственная броня получается. Ладно, давайте срубим еще маленько деревяшек. Что-то у меня деревяшек нету, да, получается? А, нет, у меня нету листвы. Мне надо листва. Где у меня ресурсы? Вот они, объекты наши. Давайте будем выживать. Как сможем, так и будем выживать. О, там, смотри, кто-то плавает. А, мамочки, там акула плавает, я туда не хочу. Страшно. Так, 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 собираем. Вот, видите, уже что-то можем больше скрафтить. Смотрите, могу скрафтить топор, wood axe и wood pick. Давайте скрафтим топор и скрафтим кирку. Есть топор, есть кирка, есть. Теперь можно уже нормально рубать. Рубаем. О, теперь гораздо быстрее рубится топором-то. Это не камнем, конечно, рубакать. Так, нарубакаем, все, это все мое, все собираем. Так, я уже, наверное, жрать хочу. Нет, пока не хочу. Эту мелочевку тоже порубакаем. Все, есть, готово. И здесь порубакаем. Кустик тоже рос и теперь не растет здесь. Так, что мы можем еще? О, я могу скрафтить дубину. Дубина — это тоже хорошо, будем отбиваться. Вот, все, дубинка есть. Может пойти поохотиться на кого-нибудь? Эй, кого за дубинить? Дубинка... Есть того? Надо, может быть, еще и в шахту сходить, глянем, что там есть. Так, давайте глянем, что мы еще. Мы можем скрафтить вот такой вот дом. Ну, не дом, я не знаю, какая-то палатка. Пускай тоже будет. Я здесь буду ночевать. Все, я спрятался. Меня нету. О, мы можем Stone Pick уже скрафтить. Можем скрафтить каменную кирку. Давайте ее скрафтим. И перетащим. Так, где она у нас есть? Кирка, ты где? Наша вот сюда. Вот так вот, оп, все, нормуль, теперь у нас есть, мы, может, можем добыть уже что-нибудь, ну-ка, давайте сходим вот сюда, здесь что-нибудь у нас есть, о, да тут в шахте тоже можно что-то добывать, это что у нас, о, это айрон, это же у нас железо, только она выглядит как-то как бронза, давайте соберем, это нам пригодится все, так, это мы собрали, что у нас тут еще есть, мы, короче, спустились как в Майнкрафте в шахту и будем тут добывать ресурсы, да? Ну-ка, надо тут полазить. Что тут еще у нас есть? Капец, я тут сейчас заблужусь. Тут я сильно жирный, не пролазю. О, у меня почти 7 уровень. А это что такое? Это, наверное, уголь. Пол. Да? Да, это у нас уголь. Блин, я уже жрать хочу. Пошел-ка я. Все, мы можем... Мы подняли уровень и можем теперь и ранбэк, товер, можем башню поставить и железный экс. Секиру можем сделать. Так, я пошел наверх, я уже ж дракать хочу. Таки-таки-таки, толки-растолбаки.
Блин, режим просто офигенский. Надо побольше разобраться и здесь поиграть. Так, это мы можем пожмякать? Маленькая гора. Давай, давай, давай. Что-то она где-то высоко. Не доскочить до нее никак. Надо ее зажмякать все равно. Я тебя добью. Я тебя добью. Я тебя добью. Прыжки. Прыжки, прыжки, прыжки. Во, 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 во. Камушки, камушки, камушки. Это хорошо. Так, тут как-то неудобно оттуда вылазить. Как я буду отсюда вылазить? Тут, надеюсь, как вылезу. О, это тоже камень. Это тоже можно пожмякать. Тоже можно. Маленькая гора. Давай, 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 добывайся. Все, вылази. Надеюсь, я вылезу отсюда. Давай, жопу свою поднимай. Все, огонь. Так, где наш костер? Вон костер, вон наша небольшая хижина. Давайте глянем, что еще можно скрасить. Ага, можно забор сделать. И ворота. Вон, кстати, там соседи какие-то мы где-то были. У них что-то было построено. Нет, ничего у них не построено. У них так. О, фиш-трап. Короче, ловушка для рыбы. Нам нужно еще... Так, понятно, нам нужна деревяшка. Пошлите порубим. Это какая-то приманка для рыбы, я так понял. Будем их туда ставить. У меня есть бронька. У меня нету перчаток и шапки. Надо что-то еще как-то шапку сделать. Так, порубаем деревяшки. Таки-таки-таки-таки, расколбаки. Деревяшку рубим. Все, рубим, рубим, рубим. Так, нет, это у нас не деревяшка. Это что такое у нас? Rough Marcel. Я не знаю, что это такое. Но нам нужно это найти. Очень срочно. Так, а что у нас тут еще есть? О, вот какая-то штука. Это у нас замесы будем делать, да, я так понял. Ну-ка, давайте ее поставим рядом с нашим костерком. Опа-на. И что туда закинуть можно? Ага. Оп, закинули. О, у нас костер потух. Надо в костерок еще закинуть. Деревяшек. Деревяшки тоже пускай будут. О, плантбокс. Это мы тут, видимо, что-то будем выращивать, да? Ага. Это типа у нас ферма. Что туда можно положить? Тоже сено можно положить туда. Не сено, это, наверное, как пшеница. О, смотрите, это акула же. Ну-ка, давайте попробуем ее зажмякаем. Ну-ка, иди сюда. По башке, по башке, по башке, по башке, по башке, по башке, я тебе сказал. Давай, давай, давай. О, 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 о. Эй, она кусается, что ли? Ну-ка, иди сюда. Тебе покусаюсь. Все, из нее вылетело мясо. Ну-ка, я смогу его сожрать? Так, 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 где у нас мяско? Вот, у меня, кстати, есть еще яйца. Ну-ка, рауфиш. Вот, видите, я его жру, у меня здоровье отнимается. Его сырое нельзя жрать. Его нужно, наверное, как-то нам... Не знаю, приготовить или еще что-то. Так, костерок у нас тухнет, надо в костерок. А как нам мясо-то это пожрать? Как нам пожарить это мясо? Все, я опять я помер. Я наелся сырого мяса и сдох. А-а-а, капец. Так, а где мой... Так, появились там. Вон, по-моему, мой остров. Так, нам нужно срочно туда приплыть. Короче, тут разбираться непочатый край. Давайте глянем. Я построил плот и поплыли. Куда мы поплывем? Так, вот, смотрите, какой здоровый мир, тут просто офигенский. Сколько тут всего есть. Так, где мы начинали-то, я уже не помню. Где мой домик? Домик, ты где? Так, 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 вон там всякие пустыни, там кто-то тоже развелся, а? Не, мы туда не пойдем, а то там слишком агрессивные какие-то нас победят. Вон там мой дом, все, я его вижу, я поплыл. Так, все, я приплыл, все свое добро собрал. О, там какой-то дружбан плавает. Эй, друг, здорово. Куда там поплыл? О, смотрите, у нас выросла наша пшеничка. Это хорошо. Собираем ее, собираем, собираем, собираем. Она и так растет. Давайте поставим еще эти штуки, чтобы можно было нам не голодать. День. Надо поставить эти фермы. Фермы, фермы, фермы. Ага. Раз. Два. И садим сюда. Раз пшеничка, два пшеничка, три пшеничка. Все, пускай будет. Мы здесь будем уже более-менее. Так, смотри, тут еще есть яйца. Как мне найти яйца? О, кстати, яблоки есть. Нужно, наверное, курицу какую-то найти. Курица, ты где? Ой, у меня все что-то разлетелось. У меня теперь ничего нету. Я же помер. Так, нам нужно опять скрафтить. Давайте скрафтим топор. Все, топор скрафтил, больше ничего не осталось. Короче, это тяжело очень выживать, все прям как в реальной жизни. Помер, все, иди заново собирай. О, яблочки. О, няма-няма, яблочко, это хорошо. Яблочко, это очень хорошо. Ну-ка, мы сможем, интересно, потом яблоки еще посадить. Так, все эти штуки собираем. И все собираем. Я, короче, тогда акулу сожрал, мясо, и все, и сдох. Нельзя есть. Запомните, если будете на необитаемом острове, мясо сырое не жрите, будет очень больно. Живот будет болеть, короче.
и понос будет. Так, все, мы порубали. О, у меня уже почти 8 уровень. Давайте, может, до 8 уровня докачаемся. Все, у меня рюкзак полный. Я хочу поставить какой-нибудь забор. Нам нужно тут будет уже огораживаться. Иначе вдруг кто-то придет и на нас нападет, на наше племя. Так, 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 так. Все, пока готово. Давайте глянем, что еще можно построить. Так, я хочу... Так, ого, тут уже ледяные ворота всякие появились. Какая-то здоровая. Мейс, тоже дубина. Ой, сколько всего есть. А это что такое? Тоже ворота какие-то. Не, их пока ставить не будем. О, Iron X уже. Нам нужно железо. Железную можно сколотить. Ой, можно башню сделать. А что за башня? Куда будет? Давайте ее поставим вот сюда. На выходе будет туда, вот здесь. Я могу туда залезть? Вау, прикольно. Башня. Мы здесь будем, наверное, поставим сюда дозорного. И пускай он будет бить. Где, если будет нападение? О, смотрите, там тоже кстати, какая-то башенка, да? Там тоже кто-то развивается. А тем временем у нас пшеница уже созрела. Пшеницу собираем. Что у меня со жратвой? Со жратвой у нас все нормально. Вот эта штука для чего, я так и не понял. Ладно, закинем сюда, пускай она там что-то там трется. Поп-поп-поп-поп-поп-поп. Ну-ка, я могу это сожрать? Нажимаем Е. Все, нормально, это можно есть. Это типа хлеба, наверное, какого-то запеченного. Как вот рыбу только сделать, я так и не понял. Ну-ка, где у нас? Голая рыба. Оп, я ем, у меня отнимается здоровье. Не-не-не, надо что-то с ней сделать, я не знаю как. Ладно, потом разберемся. Напишите в комментариях, как, если что, нам с рыбой сойти. Что делать с рыбой? Так, о, яблоко можно посадить, ништяк. Посадим яблоко и пшеничку. Все, пускай растет у нас. Глянем, что у нас. Я хочу вот эту штуку сделать. Где у нас? Ловушка какая-то была. Вот это что такое? Ралф, Мор... Что там написано? Марсиал какой-то. У нас его нет. Нам нужно его добыть. Либо нужно найти яйцо. А яйца у нас тоже нет. Ладно, пошлите рубать и искать. Будем все искать. Собираем, собираем. Все, у меня полный рюкзак. Я хотел поставить, знаете, что? Я хотел поставить забор. О, будем огораживаться маленько. Так, поставим заборчик вот сюда. Раз. И, наверное, вот с этой стороны тоже, да, поставим. Так. Разворачиваем. Заборчик сюда. И сейчас тут дальше продолжим. С этой стороны пока огородимся. Так. И еще разок. О, все, у нас такой, смотрите, получается остров. Мы потом там сюда строим. Прикольно. Это очень прикольно. Так, а поливать не надо? Оно само там все растет. Ладно, пускай растет. Может, яблоко какая-то вырастет. Так, это мы тут насобирали. Я не знаю, что это такое. Мне кажется, там какой-то хлеб получается. Ой, у нас костерок тухнет. Нужно подкинуть дровишек. Дровишек подкидываем и... Давайте глянем, что еще можно тут поделать. Plant box это есть? А что такое? Hide plant. Какая-то скрытая. Тоже не могу ее сделать. Нам не хватает ресурсов. Нужно что-то порубакать. О, мы сейчас уровень еще поднимем. Давайте поднимем уровень. И я поплыву, наверное, дальше что-нибудь исследовать. Вот, кстати, акула. Надо и акулу попробовать еще зажмякать. Ого, смотрите, там какой-то этот остров. Летающий остров, мамочки. А как они так сделали? Я хочу туда слетать. Давайте туда сходим и глянем, что там такое. Мне уже очень интересно. Давайте уровень поднимем. Надо что-то нам порубать и поднять уровень. Либо в шахту можно будет, кстати, сходить. Сходить в шахту и там попробовать. О, у нас дерева выросли. Смотрите, яблоко. Я посадил яблоньку, и она выросла. Это ж круто. Так, давайте сюда тоже побольше всего подкинем, чтобы у нас костерок-то... Все, я могу собрать яблоки наши. Ну-ка, где они у меня? Яблочки. Во, у нас яблочки, могу их жракать. Все, у меня поднимается и еда, и здоровье. Это круто. Что, у меня есть яйца, там мне дал там америкос один. Мы с ним поиграли маленько. Все, огонь. Так, здесь я ничего не могу. Да, это наши объекты. Ой-ой, я чуть не сломал. Так, это мы тоже собираем. Здесь все собираем. Тут хорошо пшеница, кстати, растет. Можно было даже не сидеть. Вот это что такое за штуки, я не знаю. Какие-то кусты. С них тоже, наверное, что-то можно собирать. Вот, давайте вот эти порубим. Это что такое? Ну-ка. Это мы тоже порубили. Ага, это у нас типа ягода. Я могу ее посадить, интересно? Мне кажется, я могу ее посадить. Так, у меня полный опять инвентарь. Я не могу ничего взять. Давайте попробуем посадить нашу черешню.
Так, еще у меня нету кирки, надо кирку сделать. Всю кирку я сделал и садим нашу черешню. О, черешню тоже можно посадить. Яблоко посадим и... Пускай все растет. Пускай у нас здесь все растет. Яблоки есть, все есть. Я не могу эту штуку настроить. Что это такое? Так, друзья, короче, я маленько подразобрался здесь. Смотрите, как нам, оказывается, мясо-то жарить. Почему я дох всегда? Потому что ел сырое мясо. Сейчас мы подкинем дровишек сюда. Где наше мясо? Вот. Нужно просто правой кнопкой мыши выкидываем сюда наше мясо. И оно сейчас будет жариться. Где оно? Закроем. О-о-о, жарится. Мясо жарится. И сейчас оно будет уже готово. И мы его будем жмякать. Все, о-о-о. Оно же цвет поменяло. Смотрите, было такое розовое, стало такое желтое. А здесь это наша ступа, я тоже разобрался. Мы сюда кидаем нашу пшеницу, кстати, надо собрать. Пшеницу кидаем, и получается у нас мука. Она прям сразу же вот сюда выкидывает, сразу же превращается в муку. Ну, типа мука. Типа хлебушек, наверное. Так, все собираем, собираем. И еще ее сейчас суп приготовим, потому что я уже хочу пожрать. Давайте пожрем. Так, и у нас, кстати, тут... Яблоки, наша черешня созрела и еще одна пшеница. Давайте это все засадим. Посадим яблоки, черешеньку нашу и еще пшеничку. Все, пускай растет. О, еще надо собрать. Теперь нужно нам пождрякать. Так, давайте съедим наше яйцо, которое мне Меликос дал. Во, cooking fish, готовая рыба. О, теперь она хоть здоровье пополняет. А то я тогда сырой вот этой нажрался и сдох. Короче, нельзя это есть. Так, давайте яблочки. Так, что-то мало, здоровья не восполняет. Ну да ладно. Так, давайте глянем. Я хотел тут еще забор достроить. И что нам еще? Я же уровень, кстати, поднял. И глянем, что еще можно здесь сделать. Ой, да у нас ничего нету. Нам надо, короче, хотеть. О, Iron Helmet. Короче, я могу теперь уже сделать набушку себе. Каску. Короче, металлическую каску стальную можно сделать. Перчатки. О, Steel Mix. Что это такое? А, понятно, это, короче, у нас будет стальной микс, ну, короче, это из для этого будем что-то делать. Будем, это камень у нас необработанный. Так, еще можно сделать такой причал, ну-ка, давайте причал сделаем, будем отсюда отчаливать, хоп. Смотрите, мы сделали пирс, теперь мы будем здесь, а что мы здесь будем делать, я не знаю, что будем делать. Кстати, я тоже разобрался, мне подсказали, что такое вот это вот трапфиш, это ловушка для рыб, нам нужно, типа, этим... Лепестки, ну листья, короче, деревья нужны. И Raw Marcel, это, короче, кусок мяса. Это он добывается с улитки. Но я что-то улиток здесь так и не нашел. Где улитки, я так и не нашел. Где они ползают, фиг его знает. О, уже можно опять собрать, что ли? Что-то так быстро все растет здесь. Ладно, давайте собираем. Я хочу туда куда-нибудь плавать уже. Давайте мы тут все засадим. Что-нибудь порубакать хотел, ну да ладно. Так, вот сюда еще тоже надо. Есть там что? Есть. Пшеницу все сюда зафигачим и собираем. Так, а рыба сырая есть? О, еще и рыба сырая есть. Ай! Опять я не ту кнопку нажал, левая кнопка, и взял и сдох. Ха-ха-ха, мешок, а. Вот как называется, когда рыбу. Надо было правую жмякать, а я левый. Ладно, я хочу куда-нибудь плавать, посмотри. Давайте сделаем наш плот. Плот. Лобысь, и поплыли. Я хотел плавать на большой этот. Где-то вон, летающий остров. Поплыли туда, глянем, что там такое творится. О, а это кто? Я пока плыву рядышком. Смотри, что я нашел. Я нашел нашего цыпленка. И можно яйцо? Есть, я взял яйцо. Ну-ка. А ее курочку можно взять? Давайте ее попробуем пожмякаем. Ну-ка, иди сюда. Ой, прости, цыпленок. И что, с нее вывалилось? О, с нее вывалилось мяско. Мяско — это хорошо. Так, а что теперь могу сделать? Так. О, смотрите, мне нужен только стик. Стик мы сейчас добудем. И надо скрафтить опять нам нашу топор, кирку. У нас ничего нету. Так, топором сейчас порубакаем. Быстро порубакаем. Клобысь. Есть, готово. Где у нас там? С яйцом что-то можно было сделать. А, нет, нам нужно стик, нам нужна палка. А палок у нас нету, да? Палок нету. Нужно еще палок. Все, готово.
Есть, смотрите, все, я могу сделать терносеть для курицы. Ну-ка, давайте глянем. Лобысь. У-у-у, прикольно, ну-ка, и что она будет собирать? Теперь яйца можно высиживать. Так, курица, а курицу зачем я убил? Яйцо-то само вылупится, нет? Надеюсь, вылупится. Ой-ой-ой, тихо, ломать только не надо. Это надо убрать. Так, надо подождать, наверное. Давайте подождем. Будем смотреть, когда оно вылупится. О, смотрите, появилась курица. Получается, из этого насеста вылупляется курица. Все, будем разводить теперь курятник. Прикольно, прикольно. Блин, режим просто офигенский. Надо еще поразбираться здесь, побольше поиграть. Ладно, курочка, ты здесь давай плодись, развивайся. А мы поплыли дальше. Я поплыл, хотел... Где тот остров здоровый? Во, я хочу туда сплавать. Глянуть, что там такое? Мне уже страшно интересно. Во-во-во-во-во, пока я плыл, смотри, что это нашел. Я нашел улитку. Наконец-то я нашел улитку. Ну-ка, давайте попробуем ее взять. Нет, зарубякать можно ее? Эй, улиточка. Топором нельзя ее зарубякать, а камушком? И камушком ее нельзя, что ли? Так, мне нужно... А что, мне нужна какая-нибудь колотушка, наверное. Колотушка, ты где? Вот она есть. Оп, оп. Какая-то она... Пуля непробиваемая, короче, улитка. Ну-ка, вот это попробуем. Я не могу ни одну улитку заколбасить. Какие-то они чересчур сильные. Пуля непробиваемая улитка, короче. Кол, это, наверное, нужно углем. Понятно, а это айрон. А это железо. Так, а у меня есть железо? Да ничего у меня нету. Нифигаш нет. И смотрите, то есть... Ой, мамочка, что это с коровой? Корова какая-то сумасшедшая. Это корова? Мы зафигачили корову. Так, и у нас мясо. Мясо, наверное, опять это нельзя есть. Ага. О, Рау Марсел появился, смотрите. Теперь я могу поставить все-таки эту. Так, расставил у нас рыбья приманка. Во, наконец-то, все, разобрался. Оп, ставим рыбью приманку. И сейчас она будет там мясо приносить. Все, прикольно. Ее теперь могу есть, да? Нет, опять, его нельзя ждракать, потому что оно это, сырое. Нужно сделать сейчас костер. Костер, быренько. Сейчас пособираем это все. У нас все быстро собирается. Смотрите, как быстро приносит жратву. Хорошая ловушка. Так, и сейчас сюда его хоп. Она сейчас все зажарится. И будет у нас огонь, да? И мы пожжем и восполним наше здоровье. А то я сейчас опять, блин, наелся рыбы тогда сырой, сдох. Мне ту кнопку нажимаешь, нажимаешь маленько и все, их она, и сразу помер. Так, вот у нас есть. Во-во-во, живем. Все, пожрали. Все, огонь, ладно, поплыли дальше, а то я маленько отвлекся. Я хотел все-таки до туда доплыть. Но по пути, видите, еще маленько разобрались. Тут еще куча всего можно строить. Короче, я поиграю, потом разовьюсь. И мы, думаю, еще видос запишем, да? Конечно, запишем. Так, поплыли. Я хотел все-таки плавать, глянуть, что там наверху. Во-во-во, вы посмотрите, какое офигенское, да, тут оказывается, это типа как водопад, даже в него можно внутрь запрыгнуть. Но мне интересно, я смогу туда вот наверх? Ну-ка, опа, есть. Давайте попробуем залезть наверх. Тихо, это будет, наверное, тяжело. Это будет тяжело, да, туда до самого верха я попробую залезть. Фу, смотрите, я залез. Мамочки, страшно как. Высоко. Мы залезли сюда. А тут у нас какая-то башка. Здорово, башка. Дай пирожка. Фига себе, какая крутая. Какие-то у нее глаза, смотрите, светящиеся, да? Можно ее побить? Старый бог.
Ой, мамочка, жизни-то у него сколько? Я его устану бить. Не, не будем его бить, а вдруг он рассердится. Что у нас тут еще есть? Смотрите, какие-то штуки. О, оранж. Это у нас же апельсинки. Апельсинки и фрукты всякие. Кто-то тут все растерял. Это подношение богов, наверное. И сколько здесь всяких жратвы. Мамочка, жратва, это хорошо. Так, а это что у нас там такое? Воу-воу-воу, это вниз можно упасть. Туда пока не будем падать. А это что такое? Ледяная глоба какая-то, что ли? Ну-ка. Ого. Какой-то камень волшебный. Ну давай долбись уже. Капец, что-то тут наверху прикольно. Всякие штуки есть, всякие, блин, можно тут разбираться и разбираться. Так, понятно, это камушек. Камушек это хорошо. И какие-то еще странные деревья здесь, волшебные деревья. Ну-ка давайте попробуем это срубим. Или обычные деревья. Опа-на. Не, обычные деревья. Так, что тут у нас еще есть? Тут у нас есть костер, тут кто-то что-то жарил. Может я здесь базу свою сделаю наверху, а? Так, давайте подкинем дровишек. Пускай жарится. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Блин, прикольно. Я здесь буду наверху теперь жить. Ха-ха. Клевое местечко. Подобываем тоже. Так, а у меня нету кирки. Мне надо кирку сделать. Ёлы-палы. Где кирка? Кирка, кирка. Ага, у меня не хватает палок. Ладно, будем тогда дубиной добывать. Ха-ха. Камушек добыли, 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 добыли. Что тут еще есть с этой стороны? Тихо, мамочки, только не упасть бы. Ну, все-таки там высоко. О, куда мы залезли? На летающем острове теперь будем жить. Все, это мой дом. Я здесь обоснуюсь. Никого не буду пускать. Ну, только друзей своих. Все, друзья, наверное, на этом серию я буду заканчивать. Еще поразбираюсь, побегаю здесь. И думаю, мы еще чего-нибудь позаписываем. У меня всего 8 уровень, а тут есть ребята, у которых... О, мамочки, 64. Но я-то еще нубик пока. Все, друзья, с вами был Капанда, спасибо за просмотр, увидимся в следующих видосах, пока-пока.